Ого, ребят, не пугайтесь, перед началом этой обалденной распаковки я вам хочу порекомендовать, просто пожелать, посоветовать. Обалденный магазин игр на PlayStation 4, Xbox 360, ну вы сами все видите, Apple, в Ижевске находящийся. Заходите, ссылочка в описании в их группу, также у них есть обалденный сайт. Это самый дешевый, я отвечаю, магазин игр на PlayStation 4. И не только на PlayStation 4, вообще на все консоли, можете посмотреть, что цены здесь реально маленькие по сравнению с другими магазинами. Без этого магазина не было бы всех этих распаковок, потому что я все эти игры сами не покупаю. Так что, ребят, этот магазин, ссылочка в описании, переходите, вступайте в группу. Чем больше у них подписчиков, тем больше у них покупателей, тем больше вы видите эти прекрасные обалденные распаковки. С вами был Стас, смотрим эту обалденную распаковку до конца. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, Стас. А это у нас, ребят, знаете что? Это Майнкрафт, ребят. Вот без моего спонсора я бы его никогда бы себе не взял. Я думаю, многие знают мое отношение к этой дурацкой игре. Сейчас же после школьники стоят дизлайки, ха-ха, дурацкая игра. Я имею всегда свое мнение, кстати, оно всегда очень такое контрастное с обычными мнениями. PlayStation 4 Minecraft, PlayStation 4 Edition, уже так это 6+, ребят, можно играть, наверное, всем обладателям PlayStation. Ох, аж даже боюсь перевернуть, здесь написано Minecraft, PlayStation, ух ты, ребят, смотрите, это... Квадратные имбецилы сзади нас встречают. И очень длинный текст. Я думаю, 6-летние дети его не смогут прочитать. А я смогу, ребят. Я же не 6-летний ребенок. Также здесь написано то, что... Опа, вы упали. Там написано то, что для игры с друзьями, которых у вас явно немерено расслабляете в Майнкрафт, нужен PlayStation Plus. Еще надо помогать деньги родителей на PlayStation Plus. 6 лет люди сами не зарабатывают. Открываем коробочку. Тут у нас что мы видим? Всю макулатуру я куда-то опять выкинул. Майнкрафт. Ведь самое заветное для людей, покупающих Майнкрафт, это чтобы был вот этот вот диск с Minecraft PlayStation Edition. И он есть. Ура! Можно вообще без всего. Главное, чтобы вот этот диск с Майнкрафтом, геймпад, PlayStation. И я бы там сидел и играл в свой Майнкрафт до опупения, ведь я школьник, и у меня есть каникулы, еще я заболею и буду играть только в Майнкрафт со своими друзьями и посылать их всех далеко и надолго. С вами был, как всегда, Стас, всех люблю, чувствую, его возвращается, подписываемся на меня, заходим в магазин игр на PlayStation 4.